Грузии мужчин тоже тщательно следят за волосами. А у женской половины населения в моде афрокосы. Обо всем подробнее Мариам Балквадзе. Георгий Кенчия в 23 года является обладателем множества титулов, в том числе мистер Валентин и мистер Тбилиси 2014. Чтобы соответствовать этим званиям, мужчина считает своим долгом и практической работой всегда выглядеть на отлично. Особенно модель заботится о волосах, говорит прическа, его визитная карточка. Я привожу себя в порядок буквально за 15 минут. Часто меняю свой стиль и экспериментирую. Думаю, каждый мужчина должен ухаживать за собой хотя бы элементарно. И для этого особых усилий не нужно. То, что в последнее время в Грузии мужчины начали уделять своей внешности особое внимание, признают все стилисты. У клиентов большим спросом пользуются короткие стрижки с четко выраженной окантовкой в области шеи, популярные удлиненная челка и даже косички. Однако, кроме эстетических вопросов, парикмахерам приходится в буквальном смысле спасать волосы. Для мужчин очень много ухода за волосами. Есть ампулы, маски, шампуни, и хорошо бы этим пользоваться, чтобы предотвратить это выпадение. За яркими экспериментами смело идут к стилистам и представительницы слабого пола. Они не жалеют ни денег, ни времени. Например, чтобы сделать эти африканские косички, Кэти Турашвили провела в салоне 2 дня. Я сделала короткую стрижку, и мне понравилось. Потом решилась на африканские косички. Сначала было трудно к ним привыкнуть. Я постоянно названивала стилисту, боялась испортить прическу. На деле все очень просто. Мою шампунем, как обычные волосы, каждые 4 дня. Лучшая прическа не та, что красиво выглядит на страницах журнала, а та, что идет именно вам, говорят профессионалы. И чтобы найти свою, нужно руководствоваться рядом факторов. Я всегда советую своим клиентам обращать внимание на форму лица, поэкспериментировать перед зеркалом и смотреть, что вам больше идет, и уже потом идти в салон. Кстати, чтобы волосы были густыми и блестящими, парикмахеры советуют не только использовать правильные средства по уходу, но и правильно питаться. В вашем рационе обязательно должны быть фрукты, салаты и зелень, содержащие железо и витамины группы В и С. Кроме того, раз в месяц нужно подстригать кончики волос на 1-2 мм, чтобы они всегда выглядели здоровыми. Мария Булквадзе, Ладобина Швили, Мир 24.